Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я. На Земле мы играем на том же сервере с моим другом и с Хендриком. Всем привет. Я вам сейчас расскажу, что мы будем делать. Мы, между друзьями желаем это, идти поход. Мы пойдем просто искать что-то алмазников там, если что там, по данжам, по разным. Ну, вы уже видели в этом видео. Да, мы пойдем, наверное, спавнем потом. А спавн в какой стороне? Ну, окей. Это второе, личное видео. Надеюсь, то, что вам понравится, все нормально со звуком будет. Ну, все равно настраивается, конечно. Вот, смотрите, первое. Что мне кажется? Да я за тобой иду. Паркур. Так, он невидимый, когда я вот не понимаю, знаете, невидимки не отходят, ну, как бы, не кажется, а броня у них не задержит. Я вообще не понимаю, зачем. Он, кажется, грифер. Я слышу. Лепи Порши. Нет, а не грифера. Ну где они? Я вижу. Я тоже. Но в Майнкрафте никого не жалко. Главное, о, полегче. Короче, смотри, я за тобой бегу, а пацан за мной бежит. Да, ну я так. Ау! Ой. Ау. А я убегаю от них. У них можно ли можешь меня подохнуть? Не могу. Давай быстрее, меня сейчас гопнут. Повезло. Тихо, у меня икс-рей. Выключить. А это твой дом? Нет. Это его дом? Я его сейчас гопну. Окей. А ты где? У тебя бронька хорошая, просто у меня экстра включен. Тихо, не подходи ко мне, не подходи. Анда киллер.
Не знаю, зачем. Не знаю, я лично хожу в походы ради интереса. У меня все есть. А что так? Ладно, на этом все. Ладно. А как приостанавливать запись? Как ты на паузу делал? Скажи, как на паузу делать? Нет, оно сохраняется. Ладно, я не останавливала паузу. Я тебе могу яблок дать, если хочешь. А. Я могу вам продемонстрировать. Ну, у меня не убьет, у меня бронька хорошая. Что здесь, прыжок веры? А давай, а ты? Нет, давай прыжок веры. Смотри, для меня уже все сделали. Туда. Три жизни. Да у нас. Видите, она у меня уже сломалась. Особенно нижняя часть. Оу. Мы его потеряли. Да, офигенно. Это ты сказал просто почти что. О, ништяк, я сразу здесь. Ау. Ты мне штаны еще один раз ударишь, у меня. Ой, ботинки еще раз ударишь, сдох. Они сломаются. Вау, ты мне дал ботинки. Так, так вот. А что там? У меня есть золото. Что там такое? О, красный факел, у меня его нет. Теперь есть. Сейчас по-любому все зрители подумали, что мы уже хотим заканчивать. Но это не так, мы еще немножко поиграем с вами. Вообще. Ты пахни мне. О, все сохранилось даже. Окей. Ой. Окей. Все, я стою наверху.
что ты хочешь сделать? Это не я. Это не я. Тихо, там, короче, сундук. Чёрт, делим пополам. Эти, ты чё? Так, блин, я... Ну ничего, я выберусь, тихо. Это моя идея, у меня такой же блок. Вау, какие крутые вещи. А я как? Короче, ты похитишь меня. Вообще так тупо. Ладно, давай. Тупо. Да, я лично буду еще записывать контестрак. Я часто очень контестрак, чаще даже чем Майнкрафт. Ну, может быть, даже сейчас, сегодня запишу. Да. Че, я завис, что ли? Че там ПВП-шися? С кем ПВП-шися? Короче, я просто покажу поварку. Паркур? Ездить паркур? Нет. Короче, пошли тогда, доделаем свои дела. Пошли на вар-паркур. Ой, вар-ПВП. Я экстрей включаю. Килавру. Разница небольшая. А как? Ладно, мне это не надо. Мне это не надо. Меня кинуло. Ладно, я отключаю. Черт, у нас с Хьюстом проблемы. Нет, Хьюстон, подожди. Все, есть. Успел. Че у нас тут? Ой, я в ФОПшной зоне. Не думай. У него какой-то я был. А чё там такое? Я пойду туда. Есть броня такая, кожаная, на... Вот, смотрите, она броня бога, еще на защиту 4, так что она... Это... О, подождите. Смотрите, какая удача. Броня бога на защиту... О, там, да. Вот есть такой. На груди это не на защиту. Короче, я лох, слепой, все. Оу, чет. Я тут не ПВП-шусь, чисто от них только убегаю. Это смысл ПВП. Только не говори, что меня убили. Ладно.
Ладно, меня убили. Я это признаю. Ладно, эта серия была, чтобы мы пошли в путешествие, а не на ПВП. Ну поговори со мной. Что меня убили на пауэркуре? На ПВП. На ПВП. Я путаю там. Короче, я пошел гриферить. А у кого нет скайпа, добавляйте ВКонтакте. Да, короче, наша ссылка... Говори. Короче, наша ссылка на сайты ВКонтакте будет под описанием видео. Все сказал. Ну? А, это... Чёрт, я думал, это зелье отравления. А это... красный? Нет. А как его делать? А, у меня есть. У меня есть липкий поршень. У меня есть это липкий поршень. Грифер. Нужно? Липкий поршень нужен? У тебя есть. Ладно, валим. Да я понял. И что ты будешь гриферить дверь? Как круто ты сфармил деревяшку. А сундуки можно липким поршнем? А? Это даже не гриферство, значит. А ты тупо под сундуками сломай. Ты что делаешь? Тяпа. Ванна, что ли? Нет. А
Да. Подожди, бронко, один нормально. А, нельзя в этом регионе. Подожди. Через 16 секунд только. Можно ТП писать. Как? Там долго падать. Да это ж мытьё, знаю. Ну, а что я хотел сделать? Анда. Да. Нет, нет. Нет. Я понял. Нет. Окей. Нет. Ну ладно, ладно, сам открыл. Все, подожди. У тебя сильно крутая дверь, да? Ты не можешь открыть ее? Все, подожди ты. Подожди. Иди. Иди сюда. Ой. Это же зелень невидимости. Ладно, пофиг, 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 пофиг. Да чего у меня не открывается? Сейчас, подожди, все вещи положу. У меня последняя маска, я ее сложу. Ну окей. Нет. Ладно, всем пока.